Красные дорожки и красные арт-объекты. В Челнах появилась своя Красная площадь. И пусть это все тот же городской бульвар, но по значению для горожан практически памятник городской истории. И горки, и аттракционы всякие сделали, очень даже удобно. Интересно теперь стало приходить сюда. Если в садик приходим, здесь катаемся, и ребенку, так сказать, полезно. В 2000-х бульвар мог потерять свою добрую половину, когда здесь чуть было не построили жилой дом. Но горожане со строителями и властями сначала отстояли место, а затем с нуля создавали новый облик общей победы. Каждый этап работы они отражали в соцсетях, здесь же принимали предложения и обсуждали. У нас были самые интересные, самые сложные встречи в Набережных Челнах с горожанами, когда мы обсуждали, какими должны стать наши пространства, потому что очень много было недоверия, очень много сомнений. Изменения коснулись не одного Шишкинского бульвара. В этом году в новом виде предстали еще и площадь Азатлык, бульвар Тинчурина и набережная Тукая. Сумма идет более 600 миллионов рублей. Это серьезная поддержка со стороны республики, со стороны Российской Федерации. И мы за это благодарны, безусловно. Теперь результатом довольны и родители, и детвора. Новый год бульвар встречает в красных тонах, но уже к весне призван стать красно-зеленым. Челнинцы уже готовят и новые саженцы. Рамиль Шайдуллин, Шатаюбов, Альберт Шефигуллин, ТНВ, Набережные Челны.